Культурный бренд Беларуси «Славянский базар» в Витебске многие ждут с нетерпением. Организаторы отмечают, в этом году продажа билетов идет активнее, чем в предыдущем. На время проведения «Славянского базара» будет действовать безвизовый режим. Пропуск через границу – билет на один из фестивальных концертов. К слову, в нынешнем году жители дальнего зарубежья приобрели через интернет около 3000 билетов. А в целом на знаменитый культурный форум уже реализовано 56% билетов. Самый дорогой на концерт открытия стоит 198 рублей. А вот одна из интриг фестиваля уже раскрыта. Обладателем приза президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию станет народная артистка Украины Таисия Павали. Фестиваль «Славянский базар» в Витебске в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоится в летнем амфитеатре 11 июля, а закрытие 15. Дополнительные мероприятия запланированы на 8, 10 и 16-17 июля. Не пропустите масштабное и яркое событие лета.